Россия, а почему у вас постоянно все так быстро меняется? Вот рубль у вас никогда не был твердой валютой. Он был четвертушкой от гривны. То есть вы зависели от гривны. Вот, ну, вам нужно взять было гривну, отломить четвертушку, тогда у вас была денежка. Это потому, что в 19 веке у вас была какая-то ассигнация или что такая вот, какая-то бумажка, даже не называлась рубль, как-то ассигнация. Ну, вы же не могли этой ассигнацией пользоваться там через 50 лет. То есть эта ассигнация была именно для того года. Так все быстро менялось на России. Вот даже когда я родилась в 74-м, вот эти деньги, ими уже нельзя было пользоваться в 90-е. А в 90-е деньги нельзя было пользоваться 2000-х. И сейчас деньги опять меняются. Вы не заметили, что более нестабильного предмета в жизни, как ваших рублей, вообще в жизни ничего не придумали?